Привет! Сегодня посмотрим такой толщиномер. Вот, купили только в Германии. Этари 3200 на гривне наши получается. Это где-то 110 евро. Вот с таким прибором надо выходить, смотреть, крашен автомобиль или не крашен. Вот, видите, пойдем дальше. Посмотрим. Надо сбить. Так, что-то не то получается. Вот. Холодно немножко в руки, руки дрожат. Погрешность допускается где-то 2,2. Автомобиль не крашен. Тут что-то непонятно. А, тут идет два слоя. Либо крашен. Непонятно что-то, что оно тут бьет. Сейчас мы спросим владельца, что делали. Посмотреть, что тут у нас идет с настройками, что-то